Я такой старый и так давно живу в Петропавловске, что помню очень многое. Я помню, что на месте нынешней бывшей пристройки к обкому, которая сейчас называется Октябрьским киноцентром, стоял двухэтажный дом с мезонином, в котором располагалось общество знания. Я помню бараки на улице Большой, так называемой Ленинской. Помню барак рыбхалат флота. Помню большое конторское рыбацкое здание, там, где сейчас находится храм Александра Невского. Я помню магазин «Рыба Кости». Я помню даже общественный туалет напротив этого магазина. Я помню синий американский коттедж, построенный в 20-е годы. И в этом коттедже находилась радиоредакция Камчатки Рыбацкой и бухгалтерия телерадиокомитета. Да и дом радио, который недавно снесли, я помню. И гостиницу «Восток» я помню. Кстати, привет. Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня я расскажу вам опять, что культуртрегером быть легко и приятно. В то время как пролетарии грязными руками крутят гайки на заводах или подметают улицы, в то время как оформленные по черным и серым схемам наемные работники не получают никакой простойной зарплаты, в те дни, когда Россию под предлогом коронавируса загоняют в концлагерь, я, будучи культуртрегером, рассказываю вам о разных интересных книгах. О какой же книге мы узнаем сегодня? Я ведь не зря заговорил о том, что я настолько стар и настолько давно живу на Камчатке, что застал многое, уже забытое вами. А для тех, кто родился не так давно, кто родился 40, 30, 20 лет назад, неизвестное. Но есть люди, которые, будучи не урожденными камчатцами, тем не менее приехали на Камчатку, куда раньше меня и застали, гораздо больше. Итак, книга. «Исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому». Автор этой книги – Александр Петрович Пирагис. Краевед, историк, милиционер. Эта книга совсем недавно вышла в свет в издательстве «Камчат-пресс». Но у вас навряд ли эта книга когда-нибудь появится, потому как она вышла тиражом всего-навсего в 300 экземпляров. Вдумайтесь в эти цифры. 300. Еще каких-то лет 30-40 назад книги выходили в свет 100-тысячными тиражами, даже 10-тысячными тиражами. А теперь 1000 экземпляров – это большой тираж. 500 экземпляров – приличный тираж. 300 экземпляров считается неплохим тиражом, но это же смешно. Итак, книга Александра Петровича Пирагиса «Исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому». Я сначала открою оглавление этой книги и прочитаю вам название глав. Глава первая. «Авачинская губа. Колыбель Петропавловска-Камчатского». Глава вторая. «Петропавловск и иностранные кругосветные плавания 18-19 века». Глава третья. «Петропавловские русские кругосветные плавания 19 век». Глава четвертая.
Петропавловская оборона, 1854 год. Глава 5. От забвения до расцвета. Петропавловск, середина 19 века по 1916 год. Глава 6. Петропавловск в 1917-1922 годах. Глава 7. Заштатный городок Петропавловск с конца 1922 года по 1956 год. Глава 8. Золотой век Петропавловска-Камчатского 1956-1991 годы. Не обращайте внимания, что я так долго перечисляю названия этих глав, потому как об этом я поговорю чуть позже, об этих главах. Глава 9. Петропавловск-Камчатской в новейшей истории. Глава 10. Петропавловск-Камчатской «Что, где, было». Глава 11. Улицы и площади Петропавловска-Камчатского рассказывают. Глава 12. Памятные места Петропавловска-Камчатского. И глава номер чертова дюжина. Почетные граждане Петропавловска-Камчатского. Александр Петрович Пирагис, как я уже сказал, краевед. И краевед достаточно известный. Он специализируется именно на истории города. И у него, если я не ошибаюсь, до этой книги вышло в свет 5 разных книг, 2 из которых даже выдержали переиздание. И вот очередной труд Александра Петровича, исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому. Я скажу, что меня больше всего заинтересовала глава Петропавловск-Камчатской «Что, где, было». Потому что на моих глазах за почти 4 десятка лет, что я живу на полуострове, город менялся стремительно и сильно. Появлялись новые кварталы. Некоторые старые кварталы приходили в упадок, например, южная часть Петропавловска. Александр Петрович любовно, бережно, кропотливо собирал информацию о том, в каких домах что находилось, в каких постройках, какие из этих построек сохранились сейчас, в каком они сейчас состоянии, каких построек нету, какие были уничтожены в какие годы и почему. И вот эта вот глава мне показалась наиболее интересной. Конечно, не обошлось без определенного рода компилятивности, в особенности в первых 4 главах. Александр Петрович пользовался различными источниками для написания этих глав, от основания Петропавловска до Петропавловской обороны, но надо сказать, что он очень добросовестно ссылался на все использованные источники. Очень много Пирагис написал о становлении Петропавловска в 20 веке. И это тоже наиболее близко мне, наиболее понятно. И я даже немного знающий историю Петропавловска и интересующийся ею в этой самой книге, в историческом путеводителе по Петропавловску-Камчатскому, нашел для себя очень много неизвестного, важного и полезного. Так что, если вдруг совершенно случайно вам в руки угодит вот эта самая книга, обязательно обзаведитесь ею. Ну, конечно, обмазывая автора и его труд медом, чем я занимался все предыдущие минуты,
нельзя положить сверху и большую ложку дегтя. У этой книги есть грандиозный недостаток. И каков же этот недостаток? Это ее язык. Она написана в основном унылым канцеляритом. И это очень странно, потому как жена Александра Петровича, Раиса Аркадьевна, профессиональный редактор, уж ей-то надо было сказать мужу: дорогой, так писать не нужно. Так пишут казенные бумаги. Но мы ведь говорим не о художественной литературе. Мы говорим о литературе документальной, о литературе краеведческой. И несмотря на этот, на мой взгляд, очень большой недостаток, книга все равно свои функции выполняет. Она открывает читателю, даже читателю пытливому и просвещенному, каковым является ваш покорный слуга, открывает читателю множество нового, множество неизвестного и множество интересного. Итак, Александр Пирагис, исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому. Издательство «Камчат-пресс», 2020 год, тираж 300 экземпляров.
Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Ставьте. Если вам нравится узнавать что-нибудь новое о Камчатке, о новых книгах. Ежели же вы Абрамы родства не помнящие, ставьте дизлайки. Бога ради. Пишите комментарии. Обязательно пишите. Мне всегда интересно мнение моих зрителей. А ежели вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. Если вы выполните то, что она вам порекомендует, то вы будете получать уведомления о каждом новом ролике на канале. Вот эта подсказка. Делайте, что она советует. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и на ней появились магические слова «Вы подписаны». Молодцы! Аплодирую вам! Теперь вы будете моими постоянными зрителями. До свидания!